узнать диагноз, теперь не нужно ждать 30 дней. Максимум недели, результат исследований готовы. Да и ездить на обследование в детскую областную больше не придется. В детской городской больнице номер 1 на проспекте Сурова в Заволжье с сентября работает свой компьютерный томограф. В линейке 16 срезовых аппаратов эта машина одна из лучших. Новое оборудование позволяет получать изображение с высоким качеством визуализации для широкого спектра исследований, включая кардиологические, ортопедические и органы брюшной полости. Кроме стандартного обследования без наркоза, также имеется техническая возможность выполнить КТ-исследование под наркозом. Имеется подводка кислорода, соответствующая аппаратура установлена, есть специалисты, подготовленные, сертифицированные анестезиологи. Седация, то есть наркоз, необходим совсем юным пациентам, которым тяжело находиться неподвижно некоторое время, чего требует процедура. По словам специалистов, выполнять КТ-исследования под наркозом могут позволить себе далеко не все частные медклиники. Традиционная процедура занимает не больше 15 минут. Расскажи, больно сейчас было вообще? Что ощущал? Ничего, просто было весело. Когда там крутилось ощущение, какая-то фотка у меня. Не страшно было вообще? Специализированный кабинет заработал в стационаре больницы в сентябре. За это время обследование успели пройти 200 несовершеннолетних пациентов. Когда мы первый раз лежали с младшим ребенком, этого аппарата здесь не было. В этом году обратилась еще плюс со старшим, так как жаловалась на головные боли. И это большой плюс этой больницы, то, что появился такой аппарат. То есть нам никуда ехать не надо и сделают все на месте. С сентября этого года специалисты больницы также работают на новых УЗИ-аппаратах, один из которых экспертного класса. В декабре высокого качества будут и рентген-снимки. Автоматизированный рентген-диагностический комплекс завезли. Сейчас идет его установка и последнее обустройство кабинета. Новое оборудование в больницу закупают за счет средств нацпроекта здравоохранения. Кроме того, медучреждение участвует в 4 из 7 реализуемых в регионе федеральных проектах. А в 2017 году учреждение получило особый статус, предполагающий ежегодное дополнительное финансирование до 100 миллионов рублей из областного бюджета. Все это позволит до 2022 года поэтапно модернизировать лечебный комплекс. На сегодняшний день отремонтированы у нас не полностью, частично поликлиническое отделение номер 1, располагающееся по проспекту Вестроителей 5. Один этаж отремонтирован в поликлиническом отделении номер 2. Консультативно-диагностический центр, в котором мы сейчас находимся, в отделениях детского стационара. Ремонт продолжается в отделении физиотерапии больницы и дневном стационаре, отделении патологии беременных в роддоме. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.